Здравствуйте, коллеги. Mapic Russia вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Кристина Волощук, я представляю компанию «Анкор», крупный кадровый международный холдинг, нам более 30 лет, мы есть в России, в странах СНГ представлены, в странах Прибалтики. Если говорить про нас, вот именно как членов, которые присутствуют здесь на данной выставке, да, то есть я лично представляю команду, которая занимается подбором персонала на рынке строительства, недвижимости и девелопмента в целом. В частности, у нас есть большой пул активных кандидатов, которые работают в сфере именно коммерческой недвижимости, складской недвижимости. Собственно, здесь рады знакомиться с потенциальными партнерами, клиентами, заказчиками, кандидатами, естественно. Собственно, рады любому партнерству, любому знакомству. Спасибо большое. Расскажите, пожалуйста, как вот ваша профессиональная деятельность откликнулась на задачи прошлого года? Кадры были сильно нужны или в какой-то момент, наоборот, был спад на них, потребность в них упала? Ну, вообще, если говорить в целом про рынок строительства недвижимости и девелопмента, у нас активные позиции в портфелях были всегда. В принципе, спад, естественно, был, да, но... как бы, скажем так, наверное, он был не полностью, потому что все равно работа велась. Если говорить, как это отразилось вообще в целом на подборе, конечно, он стал более диджитализированный, да, в плане того, что очных встреч, офлайн-встреч, да даже на сегодняшний день их практически нет, ну, за редким исключением. Чаще всего это именно онлайн-встречи, онлайн-переговоры. Да, и, ну, конечно, по моим, например, ощущениям, да, и по ощущениям коллег, потому что мы все равно проводили постоянную аналитику, самый действительно вот большой спад, он как раз-таки пришелся вот именно на наш рынок, на рынок строительства недвижимости, девелопмента, именно по количеству портфелей, потому что, ну, в один момент случился прямо огромный провал, скажем так. Но, тем не менее, на сегодняшний день мы видим большую динамику, мы видим очень высокий рост, высокую потребность в людях. И, ну, на сегодняшний день очень многие компании готовы, ну, московские, да, например, готовы рассматривать с целью, ну, оптимизации, да, своих процессов, бюджетов, готовы рассматривать кандидатов, в том числе с региональных рынков. Поэтому, ну, наверное, вот прошлый год в том числе на это оказал определенное влияние. Замечательно. Слушая вас, мы понимаем, что, скорее всего, рынок просыпается, и скоро у нас все будет замечательно, и все сферы проснутся, и будут работать в полную мощность. Спасибо вам большое за интересное общение. Спасибо большое. Да, я полностью согласна с тем, что рынок просыпается, и все у нас, в общем-то, пойдет очень интенсивно. Спасибо большое.